Друзья мои, всем привет! Сегодня в этом видео я хочу вам показать, рассказать про свою новую идею, как можно зашить бойлер, спрятать его от глаз и при этом еще сделать дополнительные полочки для того, чтобы хранить в нем всякие мелочевки. В общем, такой вот шкафчик у меня, о таком вот шкафчике у меня родилась идея после того, как я демонтировал здесь стену. Стена была сделана из позагребневых плит, и после демонтажа обнаружилось такое большое пространство, которое я, естественно, не хотел, чтобы пропадало впустую, и я решил его каким-то образом занять. Вот идея возникла о том, чтобы спрятать туда бойлер и поместить там еще, в общем, вот такой шкафчик с полочками. Но так как данное помещение, оно не очень большое, и сделать отдельные шкафы для того, чтобы хранить в нем всякую мелочь, тоже не представлялось себе возможным. Но все-таки вот такая вот пустота, которая была за стеной, позволила нам вот таким вот образом решить проблему с нехваткой места в данной комнате. Ну, еще к тому же я хочу заметить то, что под этим ящиком будет у нас находиться стиральная машина. И тем самым мы выиграли еще пол квадратных метра в этом помещении и открыли его для большей квадратуры, то есть для более комфортного пребывания в данной комнате. Ну что ж, начнем с того, что как и в общем я сделал этот шкафчик. Я взял все размеры, которые нужны были мне для работы, чтобы сделать данный шкафчик. Поехал в магазин Leroy Merlin, там нашел подходящие мне куски, из которых я уже по размерам на распиловочном цехе сделал нужные мне заготовки. Спасибо Leroy Merlin за предоставление такой классной услуги, которая помогла мне собрать данный шкафчик. В общем, собрав данный шкафчик, я взгромоздил его целиком себе в автомобиль и привез сюда на данный объект. Так, изготовил подставку под шкаф из профилей 50 на 40 и 50 на 50. Надеюсь, выдержит этот вес. Напоминаю, тумбочка у меня высотой 93 сантиметра и шириной 60. Вес у нее где-то 50 килограмм. Ну, надеюсь, этого будет достаточно, чтобы временно пока удержать ее в этом положении. Чтобы я смог изготовить более жесткое крепление под эту тумбочку. Ну, а после того у меня возникали новые и новые проблемы, трудности относительно данного шкафа. Ну, естественно, я их решал по мере их поступления. Возникла маленькая проблема, потому что ящик у нас шириной 60 сантиметров, а дверной проем шириной 59 сантиметров. И вот такая вот, в общем, проблемка сейчас возникла. Придется этот шкаф разбирать и собирать уже внутри ванной комнаты. Не хотелось, конечно, этого делать, но, видать, так уж суждено будет сделать. Специально привез целиком этот шкаф для того, чтобы не разбирать его, а просто целиком просто засунуть вон в ту нишу. А в итоге оказывается, что разбирать все равно придется, потому что шкаф у нас туда не лезет. Вот такие дела. В общем, обошлось малыми жертвами. Снял только верхнюю и нижнюю полку, то есть крышку.
И целиком вот эта конструкция у меня зашла в ванну. Сейчас я ее соберу обратно и уже смонтирую на место. Вроде все так просто. Довольно-таки он тяжелый, конечно, я вам скажу, но все-таки мне удалось его туда засунуть. Супер! Хорошо. Так, ну теперь нужно, в общем, сделать обрамление, но перед этим нужно будет сделать усиление данной конструкции, потому что там внутри все-таки будет у нас висеть бойлер. Бойлер на 50 литров. Короче, вот такие дела. Вот так вот закрепил шкафчик. Там сзади усиленный брусок стоит, уже с болтами под бойлер. Через стенку заднюю вытянул болты, зафиксировал таким же образом шкафчик. И сейчас вот на эти вот уже болты мне нужно будет завесить бойлер. Вот такая вот нехитрая конструкция для того, чтобы скрыть бойлер и тем самым освободить место в ванной комнате для чего-нибудь еще. Идет процесс работы. Бойлер мой наконец-то уместился в своем шкафчике, для которого он и был сделан. Я думаю, буду рассказывать вам в следующих видео, так что смотрите за выходом этих видео, которые будут выходить на канале Перестройка 116. С вами был, как всегда, Ленар. Спасибо за просмотр, лайк, комментарий и до новых встреч на новых видео. Пока-пока!
Вот, поцарапался чуть-чуть.